Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A03s включить установку из неизвестных источников. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз и выбираем «Биометрия и безопасность». После чего спускаемся вниз и нажимаем «Установка неизвестных приложений». Затем выбираем приложение, из которого вы собираетесь устанавливать неизвестное приложение, например, из Chrome. Берем и разрешаем установку из Chrome. Вот так вот это работает. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.